Этот двухмесячный щенок случайно упал в асфальтовую лужу и был покрыт дегтярным песком от начала до конца, как будто все его тело окаменело. Жизненная сила маленькой собачки очень живуча, а желание выжить сильно, иначе, скорее всего, он бы давным-давно перестал дышать. Ситуация была неотложной, и четыре ветеринара помогли ей привести себя в порядок одновременно. Тщательная очистка ветеринарами позволила ей больше не мешать дышать. Затем положите его в специальное зелье для чистки, чтобы он мог ясно видеть свою первоначальную мордочку. После тяжелой работы по уборке и лечению его, он, наконец, вернул свой пушистый и милый внешний вид. Маленькая собачка медленно выздоравливает у ветеринара, надеясь, что она скоро поправится и найдет свой собственный счастливый дом. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.